Новосибирск получит от разработчиков средства связи и наблюдения в подземке. Сегодня городские чиновники посетили завод «Электросигнал», который уже давно выпускает не только радиоприемники. Уникальные технические новинки используют в авиации, армии, флоте, строительстве и космонавтике. Александр Могилин узнавал, как предприятию в непростых условиях удается не только выживать, но и развиваться. Вот это минус 60, плюс 85. Это окружающее. Нагревается при работе до 120-130 градусов. Радиодатчики и терморегуляторы новосибирского завода будут работать хоть в Антарктиде, хоть в Африке. Оборудование постоянно модернизируют. Как шутят разработчики, в аппаратуре все меньше железа и все больше мозгов. Это радиостанции, которые мы переработали со своих вооруженных сил, когда первую партию начали поставлять Су-27 в Китае. И вот эта вот радиостанция, будем говорить, для нас явилась в 2002, 2003, 2004 году судьбоносной. Она нас вытащила. Почти каждую единицу радиоаппаратуры на электросигнале собирают вручную, особенно для флота. Там микросхемы должны работать безукоризненно минимум 25 лет. Ну, это сложная станция, поэтому приходится и как бы не массовое производство, единичное. А радиостанция для флота или для... Для флота, да. Ну, для подводных, для надводных кораблей. Для города у завода отдельное предложение. Здесь разработали установки для подземных работ в мегаполисе, которые уже заинтересовали муниципалитет. Мы будем строить дальше метро, и сегодня мы присутствовали, подземные работы ведем, и затем, как чувствует себя, где находится тот или иной рабочий, есть возможность отслеживать снаружи, находясь снаружи, диспетчер может за этим следить. Главные кормильцы завода – это армия и авиация, но в непростых экономических условиях на предприятии ищут новых заказчиков в самых разных сферах. Очень хорошо, и я думаю, что и дальше будет это вот наша мобильная связь, система «Альфа». Точно так же мы возлагаем очень большие надежды на горно-шахтное оборудование, которое сейчас вот первый этап у нас уже разработан, сейчас находится в производстве серийное, мы ее запускаем. Среди ближайших проектов завода – производство серверов, процессоров и, что уж совсем необычно, строительство малоэтажных деревянных домов по современным радиотехнологиям. Александр Могилин, Алексей Баженов, новости УТС.